Ответы с нами. Хочешь с нами? Да. Хочешь? Друзья, проходите в зал, не стесняйтесь, мы так пробка. Уголочками. Ага. Друзья, мы вас все очень ждем в большом зале. Будьте добры. В большущем зале. В огромном зале. Парадный зал. А вы можете все сюда зайти. Здесь не страшно. Катя. Входите, пожалуйста, глубже, Аня, ну что вы такие, ну господи, вы же обычно все смелые такие. Федя. Вот можешь сюда сесть. Здесь есть еще места, здесь не страшно. Здесь есть воздух. Катя, проходи, пожалуйста. Нина, ну, сын один. Так, мы готовы, спасибо. Друзья, большое спасибо, что этот вечер вы проводите с нами. Мы собрались здесь для того, чтобы сделать презентацию проекта, к которому готовились часть присутствующих здесь, часть, надеюсь, нас поддержит в дальнейшем. Это премия «Коты горды». Это себе. Премия хороших поступков, которая вручается людям, которые живут в нашей стране, неважно их гражданство, возраст, пол, просто они поступают правильно. Нам очень приятно, что сегодня мы не просто рассказываем об этом проекте, но еще и награждаем и поздравляем первых таких двух замечательных людей, о которых мы узнали. Вот. И первого человека озвучит хорошая актриса, которую я, например, очень люблю, Мария Шабаева. Сейчас вот я ей дам кое-что секретное. Так, это еще придется мне напомнить. Хорошо. Я хотела бы пригласить к этому престолу одного еще маленького, но уже очень большого человека. Марго, дорогая, подходи. Я тебе хочу кое-что вручить. Это прежде всего такая марка-сертификат, я буду так держать, замечательного художника, который ты оформил специально для тебя. Вот Нина, этот художник. Нина Кузьминой. Нина, большое спасибо. Здесь все добровольно участвовали. И вот этот сертификат на 15 тысяч рублей человек заработал добрыми делами. Держи. Спасибо. Это еще вот этот невероятный роскошный кот, на котором написано самый крутой кот для самой крутой Маргариты. Держи. Гордимся тем, что вот этот маленький человек копил свои сбережения, карманные деньги, вместо того, чтобы купить себе куклу Барби или, не знаю, там дети айфоны и так далее, он взял, пошел и отнес эти деньги в приют для животных, и животные были все накормлены. Вот. Я считаю, что это маленькое начало великим делам. Так что ура! Мы честные! Да, 15 тысяч рублей, это настоящие взрослые 15 тысяч рублей, а не с меня. А второго человека будет награждать, собственно, инициатор премии, человек, который ее придумал и очень-очень много сил туда вложил. Его тянет руками. Мне очень приятно пригласить сюда на сцену Аня Фельдман, да, ее дочку. Это такой семейный. Две Ани. Почему котики гордятся Аней? Потому что Аня активно участвует в жизни котов и догадалась в Москве первое строить теплые дома для домов, для котов. И в одном жилом доме, во дворе этого дома, вот мы скоро построим теплый дом для котов. И вместо подвала, вместо темноты они будут жить там. Это все сделала Аня бесплатно, просто потому что она хочет и потому что может. Это очень важно, и нам хочется гордиться Аней. Это тоже деньги настоящие, взрослые. На них можно что-то купить. Спасибо. А это
кот ароматный. Нет, на самом деле аромат его можно понюхать, он весь набит травами. Называется кот Крут, ну, потому что коты крутые, горды. Большое спасибо, друзья. Премия будет продолжаться. Если вдруг вы уже осознали, что хотите узнать побольше, сайт Коты Горды РФ действует. Там можно заполнять анкеты, можно самому предлагать номинантов, можно им стать, можно поучаствовать, профинансировать. Вперед! А пока фуршет и музыка.